22,5 миллиона на хорошие дела. Сегодня в Комитете общественных связей и национальной политики прошла пресс-конференция. Проекты представили победители президентского конкурса грантов. Их в нашей области оказалось 11, в том числе и благотворительные и молодежные организации. В рамках проектов общественники будут оказывать юридическую помощь саратовцам, тренировать добровольцев, а также организуют различные мероприятия в поддержку молодежных движений. В 90-е там, годы, в начале 2000-х, то есть мы делили какие-то крохи, там, когда общественным организациям доставались там 30-50 тысяч, это было событие, это столько денег, там 60 тысяч давали. А сейчас организации по 3 миллиона получают, есть и больше, некоторые получили. Но это, конечно, серьезная такая основательная поддержка, потому что проектная грамотность очень высокая стала, и сами проекты реальные.